выбрались мы с ребятами покопать Винницкую область. Осень у нас, друзья, наступила. Начинают моросить дожди. Пасмурная погода, становится холодно. Вот такой вот классный крестик. Просто офигенный. А я думал, ты вялого нюхнул, Геша. Ты красавчик, отличился. Друзья, трактор пашет по селуку. А мы собираем динарики. Есть еще один. А, это Фаустина. Это Фаустина. Да. У него просто волосы сзади, такую шутку. Да. Обязательно досмотрите до конца, я думаю, будет интересно. Друзья, всем привет! Это новый выпуск канала «В поисках золота Украина». Выбрались мы с ребятами покопать Винницкую область. Ходим вот по такому замечательному полю, перепашечка, поселение тут было древнее. В общем, вышли, только вот приехали минут, я не знаю, может 10 прошло. После того, как вышли на поле. Есть у меня первая находочка. Сейчас я вам покажу. Взгляните-ка, ребятки, чего мне вывалилось. Вот такой вот крестик. Вот такой вот замечательный крестик. Целенькое ушко. Отличная находочка. Будем ходить. Хорошая находка, ребята. Будем ходить. Поле очень перспективное. Обязательно досмотрите до конца. Я думаю, будет интересно. Осень у нас, друзья, наступила. Начинают моросить дожди. Пасмурная погода, становится холодно. Уже конец октября, а мы все ходим по тому же полю. Есть у меня находочка, друзья. Выпала мне спинка с фибулы. Спинка с фибулы. Вот такое вот паханое поле. Дождик пошел. Это нехорошо. Хочется, чтобы его не было. Будем ходить, в общем. Пока походим, есть еще местяк, куда переехать. Посмотрим, в общем, будут находки, останемся. Не будет, переедем дальше. Смотрите. Попали мы, ребята, на перепашечку. Будем ходить. Есть находочка, друзья. Спинка с фибулы легионерская вывалилась. Находочка интересная. Мы часто вот такие вот находим, я не знаю, как это называется, окончание фибулы. Очень часто такие попадаются. А вот сама фибула, в принципе. Ходим мы все по тому же паханому полю. Будем ходить, в общем. Смотрите. Есть монетка у нас, друзья. Цари вывалились. 2 копейки. 2 копейки 1908 года. Откуда они здесь? Вообще не характерная находка для этих мест. Так било хорошо. Я уже даже забыл, как медь бьет, если честно. Постоянно серебро, серебро, динарики, фибулы. Находка. Черепашка такая себе, но надо ходить. Других вариантов на сегодня у нас пока нет. Будем, в общем, здесь шастать. Истерик мой
солнышко уже скоро будет садиться. Ладно, друзья, походим еще. Походим. Монета высыхает на ветру. Не переключайтесь, мы идем дальше искать. Есть динарик у нас, друзья, наконец-то я его выходил. Блин, тут вообще ничего не видно, но это точно динарик. Я вас уверяю, что это динарик. Здесь вот должно быть лицо императора или императрицы. Ну, жены императора. Блин, не видно ничего. Но то, что это динарик, нет абсолютно никаких сомнений. Будем его дома отмачивать. Ладно, похожу еще, поищу. Будут какие-то находки, вы все увидите. Смотрите, не переключайтесь. Друзья, трактор пашет по селуху, а мы собираем динарики. Есть еще один. Но он такой же залипший, как и предыдущий. Просто ничего не видно. Будем это все дома отмачивать. Посмотрим, что с него выйдет. Вот такие у нас дела. Пускай пашет. Как раз пашет там, где надо. Походим еще чуть-чуть. Еще заряд батареи 19.56. Заряда еще немножко есть. Можно чуть-чуть походить. Ладно, смотрите, не переключайтесь. Мы дальше искать пошли. Трояна похожа. Денчика находки, друзья. Что там? Какой-то печальный. Троян, да, кусочек. Кусочек трояна. А я думал, ты вялого нюхнул, Геша. Ты красавчик, отличился. Не зря приехал. О, у тебя, у тебя нормальные, у меня вообще, держи этого. Юрич, ага. Ты, ну, ты три нашел? Ну, 2,5. А какой-то, смотри, какой он интересный. Выпуклый, выпуклый. Он какой-то, что, инопланетянин какой-то. Покажи-ка. А, это Фаустина. Это Фаустина. Да. У него просто волосы сзади, такую шутку. Да-да-да. А вот второй, третий? Фаустина старшая. Вон там еще. Ага. Залипший. Фаустинка будет хорошая, Геш. Это Марк Аврелий. Держи. Да. Покажи-ка. Вроде серебро. Вроде Аврелий. Ну, красавчик. А я два вот таких тоже. Вот в таком состоянии, как я у тебя. Я 4, но я там потом покажу. Хорошо. Я сейчас вам свои находки покажу. Итак, друзья, находки мои сегодняшние. Тут сапутки накопал. Фибула вот такая легионерская попалась. Копейка, 5 копеек, 2 копейки империя. Вот такой вот классный крестик. Просто офигенный. Зачетный. Ну и два кусочка динарика. И два динарика залипших. Ой. Упал. И два динарика залипших. Будем их, в общем, дома отмачивать в лимонке. Вот такой вот коп, друзья. Кому понравилось видео, ставьте жирные лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Всем удачи, ребята. Всем пока.